Доброе утро всем! Пойдемте со мной в огород. Сегодня я выползаю попозже. Дела. Вчера обрывала последние ягоды. И мелкие, и такие еще недозревшие. Вот, засыпала сахаром. Буду сегодня варить варенье. Дел полно. У меня сломалась машинка стиральная. Вот такая Атлант. Но она не очень сломалась. Она работает, но гремит. Поэтому мы вызвали мастера. Сегодня должен в 10 часов мастер приехать. Мне надо успеть сделать все дела до его приезда. А вообще-то мне еще надо и белье повесить. У меня еще вторая машинка вот в коридоре стоит. Так что это старая из дома привезенная, а та новая. Еще вот у меня надо эту посудомойку разобрать. Посуда помылась. Надо все разобрать. Варенье варить, я вам уже сказала. Вот, ну пойдемте теплицу открывать. Ковер вот надо выкинуть в грядки. Сложили ковер. Надоел он мне. Я купила новый палас в зал и новый диван. Покажу вам потом. Это не зал, это пристройка. Это у нас здесь, ну, типа коридора. В общем, вот. Вон белье в тазике постирала. Пойду вешать, теплицу открывать. Пойдемте со мной. Ух ты, а тут ветер. Похолодало. Пойду одеваться. Надо кофточку какую-нибудь одеть. А то я вышла по-летнему. А тут, посмотрите, какую витрина. Был дождь, было жарко. Все, погода испортилась. Ветер. Похолодало. Пойду оденусь. Ой, что-то какой-то худой баклажан уперся прям в землю. Надо что-то подставить. Что-то какой-то худющий. Ой-ой-ой. Он тут хороший уже, большой. А этот худой. Вот тут вот несколько штук висят баклажанчиков. Вон они. Так. Так. А здесь помидорки. В открытом грунте. О, листья обрезал, никто не выкинул. Вот огурец из пасынка.
никак не пересажу никуда, места ему не найду. Вытряхнула его на улицу. Скоро будем убирать чеснок. Стрелка уже наготове, но еще не лопнула, не выпрямилась. Вот несколько контрольных стрелочек я оставила. Вот они. Скоро будем убирать. Пойду открывать огуречную теплицу. Помидорные-то у меня открыты. Так, крыжовник начинает спеть. Вот. Черный. Я же вам говорила, что никакого винограда не надо, крыжовник обалденно сладкий. Ой, помидоры. Мама дорогая, на улице, смотрите. Ой, сама не видела, что это они за ночь так выросли. Бух ты мой, листья обрезала. Увидела помидоры. Вот они. Вчера купила, расскажу вам. А потом, сейчас уж не буду. Вот три кустика этой купчихи. Плохо видно что-то. Так, здесь помидорки начинают спеть. Ой, какая хорошая помидорка. Хорошие, вот это можно уже съесть. Я люблю помидоры такие бурые, не люблю красные. Вон там они тоже. Так что для меня можно уже съесть. Открываем огуречную теплицу. Открываем, открываем. Ой, как тут жарко. Жарко, аж телефон запотел. Пришлось телефон выключить. Вот тут у меня огурцы в горшках. Этот огурец вон посадила в землю. Он уже с огурцами зацветает. Ну, здесь огурцы продолжают расти. Ничего нового. Вот тоже в горшке надо выносить. Вчера подложила свеженькой травки. Муж косил. Не все, вот только чуть-чуть начал. Вот. Я подложила свеженькой. Эти перцы наливаются и разваливаются во все стороны. Они у меня подвязаны вот там в один раз. Надо еще. А вот этот, ой, вообще развалился, но он совсем другой сорт, не знаю. Вот он какой. Начинает наливаться. Надо вот эти все пасынки, которые мешают, убрать. Вот он. Они все, в принципе, такие. Вот они. Вот они. Ой, господи, не видно нифига. Ну ладно. В общем, все нормально. Перцев у меня много. Огурцов тоже. Помидор тоже. Сейчас надо обрывать огурцы. Сегодня у нас что-то прохладно. Ну и хорошо. А то жарко тоже. Надоело. Жара. Капусту вовсю едим. О, какой качанчик хороший. Дочка уезжала в Москву. Набрала с собой. И мухи какие-то уже садятся. Чистая, чистая капустка. Хорошая. Это срезала с собой два кочана. Дом будет готовить. Мужу голубцы. Это поздняя капуста. Стоит. Растет. Поздний у меня подарок Валентина. Поздняя. Здесь у меня в капусте бархатцы, календула, цинии вон зацвели. Красота. Красота. Вот тут анютины глазки.
Колиусы. Ой, забыл, как вот эта травка синенькая называется. Так, а это картошка. Чё ты падаешь-то? Цветет, видите, в цветах. В цветах надо цвести. В прошлом году росла картошка, видно, осталось несколько штук. И вот они вылезли и цветут, как цветы. После дождя было тепло и стали наливаться груши. Это поздняя, она в сентябре поспевает, груша. Ветер. Соседские березы и дубы шумят. У меня, видите, как с одной стороны соседские березы и дубы, а с другой стороны лес шумит. А в теплице помидоры. Надо еще им листики пообрезать. И макушки. Посмотрите, уперлись, завернулись. Когда они уже там опылятся и вырастут, непонятно. А здесь вот так. Вот еще начали помидорки спеть. Я, которые у меня были красненькие, оборвали, съели. Теперь уже вот надо вот эти все оборвать. Вон они какие. Красавцы. Ой. Короче. Да, спрашивают у меня. Сейчас я поливаю помидоры? Нет. Не поливаю, потому что они так налились, уже краснеют. Я боюсь, что они все лопнут, треснут. Полопаются, потрескаются. Поэтому я не поливаю. А вы смотрите по своим помидорам. Если у них макушки завянут, то надо поливать. У меня уже их много. Кистей завязалось. Очень много. Смотрите, раз, два на высокорослых. Три. А, так, вот два ствола. Смотрите, раздвоился. Видела? Видите? Вот так раздвоился. Блин, листья эти мешают. Вот раз, два, три, четыре, на этой пять, шесть, так, тут семь, восемь, девять, десятая цветет, но она вот с помидорками. Куда вот она пошла? Вот ее надо уже, все, хватит, куда, десять. И на этой тоже, они уже не завяжутся. В общем, все, надо им макушки пришпиливать. Я не поливаю, а вы как хотите. Вы смотрите сами. Вот они уже. Вот они уже какие хорошие. Вот эти надо сорвать, съесть. Что им висеть, мешаться? Вот они. Начали спеть. В общем. В общем, в общем. А тут еще не спеет, но ох, красавчик. А здесь еще больше, вон он. Ему там тяжело. Ну, в общем, все. Макушки надо им секирбашка делать. И тут вот тоже. И тут вот тоже. Смотрите. Вот какие кисти. Им вряд эти-то помидоры выкормить. 2, 4, 5, 10, 13, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Ой, хватит им, хватит. Надо их уже. Так, а эта волшебная арфа начинает тоже желтеть. Это такая желтая волшебная арфа, помидоры. Усыпенные, сладкие, вкусные. Все, друзья, на сегодня хватит. У меня дел полно. Пойду заниматься делами. Всем здоровья, счастья, мира, радости. Всего хорошего. О, я иду, у меня помидоры отваливаются. Задеваю, и они у меня сыпятся.